Всім привіт! Хочу розказати вам про програму народження у вишиванці. Це програма для маленьких діток, які народились в Канаді. І коли один із батьків, мама або папа, або оба батьки, є українцями, можна подати заявку. Вот є форма, сайт, посилочку я брошу під відео. Можно заполнить эту форму, и в течение буквально нескольких дней со мной сразу же связались, спросили, кто у нас родился, мальчик или девочка, вот, и попросили адрес, и через 3 дня мы уже получили пакет. Значит, это акция для тех, кто либо на последние месяцы беременности, либо после рождения 3 месяца заполняется и присылается ребенку вышиваночка. Сейчас я покажу, какая. Вот, мы получили вот такой вот конверт, нам курьер прямо домой принес. Вот, в конверте был календарь, какой-то украинский календарь. Вот такой, и непосредственно сама вышиваночка, она с поздравительной открыточкой шла. Вот, витаем с народжением справжнего украинца. Витание. И сама вышиванка. Вот. И вот такая вышиваночка. Ну, сейчас она нам еще немножко будет великовата, но я думаю, как раз ближе к лету, на какие-то украинские праздники, День независимости, например, Конституции, или просто выйти, как раз будет вот такая у нас вышиваночка нашему маленькому канадцу-украинцу. Все. Всем спасибо за внимание. Пока.